Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Вам видно меня? Да, видно. Добрый вечер. Добрый вечер. Но у нас интернет подтупливает. Ну вот смотрите, какое дело. Вам видно или нет? Смотрите внимательно. Ага. Смотрите. Обратно пришла посылка, да? Обратно вернулась от вас посылка. А потом я уехал, меня 4 месяца не было в городе. Почему она вернулась? Мне ее никак не отдают. Я сейчас не могу сказать, наверное, 400 рублей только заплатил, тогда отдали. Почему вы ее не получили? А к нам не приходило на эту. Ну как не приходило? Все тут. Может быть, вы в адресе ошиблись или что-то. Заново напишите адрес, и надо решить, что быть, что делать. Мы заплатим вам деньги, которые... Послали вам в этот же день, как только получили уведомление. И вот мне надо было уезжать, и почта не отдает. Пришлось 2 раза ходить и на центральное отделение тут. Вот оно все, видите как. Перечеркнули и все. Да, повыше поднимите, пожалуйста, наш адрес, мы посмотрим. Вы снова дайте сравнить, чтобы, может, какая-то ошибка, дом был не так или что-то. Он говорит, повыше поднимите, чтобы рассмотреть. Да, посмотри, повыше. Сейчас, подожди, тут вот это. Вот повыше, где? Повыше, вот так? Ага, вот так, вот так, вот так. Вот так, да. 203, да? 203, да. Адрес, все нормально с адресом. Все нормально, он говорит. Ну какая же причина-то? Это у нас за последние 2 года ни одного случая не было, чтобы посылки возвращались. А у нас, видимо, на почте завал здесь, вот, Владимир... Так, Володя, я тебя просил посмотреть, печать города Владимира есть или нет? Я не видел здесь. Понимаете, у меня один раз было так, с Украины вернулась, ну, а там послал все книги, 38 книг, и нигде, в мешке запечатано все, нигде нет украинской печати. Ну, вот почта, на почте сейчас завал полностью. Они то есть пишут... у меня было подозрение, что они и не отправляли. Она, может быть, дошла до Москвы, ее развернули, и теперь мне назад ее не отдают. А получается, там полный мешок, там даже или 2 мешка, это 38 книг, 31 килограмм. Ходил, выкупать я не могу. Я им говорю, давайте я вам бесплатно раздам здесь, в этой, на почте. Они еще год продержали, и тогда только отдали. Ну, я подарил им книги, там пришел на почту, кое-как. Так что, конечно, моей вины тут никакой нету совершенно. Мне было очень неудобно. Отправлял вот этот брат Владимир. Подойди сюда, Володя. Его почерк, это он отправлял-то. А мне надо уезжать, уезжаю в деревню на 4 месяца. Ну, я на него подумал, кому послал-то? Я вас нигде не могу найти. Владимир. Вот сейчас вот, Александр, все сходит с адреса. Вы еще напечатайте на всякий случай. Мне сейчас здесь, прям сразу. Я прочитаю, еще сделаем сравнение. Володя, сейчас мы зарядим отсюда вот, в адреса новое это. И посмотрим, потому что у меня тут входящее и исходящее. Все это идет. Ну, что тут написать? Как его фамилия тут? Бушуев. Бушуев, да? Бушуев. Я сейчас заряжу его. Это я сегодняшнее. Бушуев, если она выйдет где-то, это сразу покажет число и что, какие операции тут были. Ага, вот она. Ну вот, ага, тут меньше. 84-й, Владимирская область. Слушайте внимательно. Владимирская область, город Александров, улица Красный переулок, дом 17/2,
квартира 203, Бушуеву Владимиру Борисовичу. Ингис 601-655. Да. Правильно? Правильно, правильно. Кто-то... Три тома, Новый Завет. Телефон 8-920-932-1430. Да. Так. Все. 12 марта выслали 4000 рублей. Да. Вернули мне с посылку 18 мая 2015 года. И вот это стоит вопрос, почему я стою. Да. Ну а дальше мая я уже выезжал. Все. Вы как-то постарайтесь на почте узнать, почему. Хорошо. Без так, вопрос. Понимаете, я сейчас еще раз посмотрю. Вернули 18 мая. Ну, тут надо... Так, ага. 12 марта 2015 года. Это или деньги выслали, или я послал? А вы можете нам прислать или показать чек, вот, который не чек, а как он на почте? А не знаю даже теперь. Но они где-то у вас там лежали где-то. Где-то надо посмотреть тогда. А, она никак не отдавала, мне пришлось с братом идти, я плохо еще слышу, и два раза ходили. Или хотя бы номер этой посылки, как он там номер-то, цифры-то ионные. Володя. Запишем, чтобы мы там им предъявили. Какой номер-то? А где этот номер должен определяться-то? А там же нам должен быть на посылке. И они, главное, причину-то не указали, возврата-то. Она не говорит, я не знаю. Я пошел на центральное отделение, и там ничего не знает, развернули обратно. Ну, а тут я уже уезжал, все. Вот и мы не можем понять, думаю, ну как почта уж, ну месяц там, два, думаю, три. Мне-то тоже это неприятность. Неприятность даже не в том, что вернулась, а в том, что вы не получили. Я подумал, что допущена ошибка. А так как Володя здесь не был, он был в деревне, я приехал, спрашиваю, какого Владимира-то посылал? Куда ты посылал? Что за Владимирская область? Я этого ничего не... Я это ему дал. А адрес он у меня отправляет. Надо нести там это, ехать туда на почтовое отделение центральное. Ну что? Бывает, бывает. Хорошо, значит, мы заходим. То, что я сейчас считал вам, адрес полностью правильный? Полностью правильный. Точно. Вы ничего не высылайте. Мы просто вам вышли, мы все, не надо высылать ничего. Это наши потери. Спасибо, хорошо. Мы его вышлем в понедельник. Сейчас не работает в воскресенье. В понедельник вышлем. Тут дело такое, что вы выслали 4000 рублей, и тут было еще лишнее. Я положил, тут 4 книги были. Да слова Божие нет уз, я вам подарок послал за это. Ну вот вернулась вся эта коробка. Я также на 4 книги вам и вышлю. Ничего не посылайте, это... Ну, раз недоразумение, а вы на почту все-таки сходите, я, может быть, найду номер там, посылки и прочее. Вот такое дело. Спасибо огромное, извините так, нас. Чтобы мыслей у вас никаких не было, что мы поступили нехорошо или как. Мы христиане, у нас безобманно, абсолютно точно. Видите, посылочка на 4, ну, я заранее сделал, я вижу, что у вас тут больше послали. Ну что теперь, только молитесь, в понедельник мы отправляем вам. А когда получите, вы с книгами сфотографируйтесь и мне фотографии пришлете. А так, вы в Mail.ru-то у меня в друзьях состоите, нет? Нет, наверное. Но нет. Я могу вас там... А как мы познакомились с вами? А я же все ваши лекции слушаю. То есть на Ютубе? Да, на Ютубе, ВКонтакте, там я же лазил, и ваши лекции скачиваю, слушаю, и думаю, мне вот понравилась эта информация про Новый-то Завет. Ну, видите, в этом, ВКонтакте я не бываю, там модераторы работают, а они мне на мой форум перекидывают все, какие идут письма. Ну, я выполнил все. Ошибка, если только, ну, не в адресе Владимира, сравни еще один раз, еще вернее. Значит, ну, какой-то или обман это был на почте, или что. Мы переберем все квитанции, проверим. Отправлял-то ведь, у меня два человека отправляют. Ну, хорошо, что Володя, мы вместе живем. Вот. Так что вы просто молитесь, чтобы мысли не подошли нехорошие. Вот. Мы отправляем почти в тот же день, как только получаем уведомление о переводе денег. Вот такое дело. Ну, а если бы даже вы и раньше говорили, я вернулся только неделю назад, все равно бы ничего не было. Там вернуться я не могу раньше времени, мы утопали в работе. Там.
три пруда восстанавливали и дорогу делали. Вот сегодня ровно неделя, как мы вернулись в Барнаул. Что? Ну, молитесь теперь. Все. Может, у вас какие-то что-то вопросы есть там, кроме книг? Нет, вопросы все, что есть вопросы, у вас есть ответы на любой вопрос. Ну, да. Ну, видите, у нас Новый Завет такой, что ему аналога просто нет. Полностью с откровением, полностью по всем святым отцам, с иллюстрациями. Он лучше самого хорошего патриарша по 8 параметрам, мы смотрели. Его видели в библиотеке у Путина, показывали библиотеку. И мы же проехали от Владивостока, Тихий океан, находка, до Атлантики на Португалию. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Была неприятность, машина сломалась, мотор. И вот, а нынче по северу прошли. И везде, значит, я дарил книги. Едем, ну, едем с такой миссией, чтобы люди познали Бога. Дарим Евангелие и вот полный комплект книг. Этого никто никогда не делал. Это огромная сумма. Мы за 2 года только подарили на 7 150 000. А у меня пенсия российская 6 275 рублей 3 копейки. Мне не давали работать, как политзаключенный был, и поэтому только в неведомственной охране при милиции. Ну, а охрана, какие там деньги? Ну, я работал печником, и 3 дня свободные там по городу мотался. Обращался в прокуратуру, говорю, вы меня же не давали работать, и мне же такая пенсия. А раньше работал за границей, теперь это Латвия. Найди, там еще не найдешь. Ну вот, голодный не ложился спать. Благодарю Бога. Видите, какое чудо Бог дал. Я 9 лет не вылазил из-за компьютера. 30 тысяч часов провел за ними. 50 лет этот материал в голове накапливал. Эти вопросы в разных университетах, я преподавал в милиции во всех отделах, 3 радиопрограммы вел, телевидение, воинские части, школы, техникумы, прокуратура, суды, везде проповедовал. И вопросы были, а потом эти вопросы у меня вылились, они вот в книгах. Такое дело. Все это так неожиданно и не то, что задумано, как думают, по плану. По плану одна книга должна была выйти, а получилось 38. И каждая книга – это 752 страницы. И в каждой книге 64 страницы цветных фотографий в полную страницу. Ну, понятно, что это невероятно много было сделано. Сейчас я это ничего не делаю, просто на форуме в интернете работаю тут сколько. В деревне было трудно очень, но и там Бог давал возможность. Приехал брат вот у нас с Украины. У него так. Ну, вам слышно, что я говорю? Да, слышно, слышно. Ну и у него хороший ноутбук, так получилось, выходил. Так что в понедельник вы выходите еще на меня, и я вам его идентификационный номер дам, чтобы вы могли следить продвижение ее, как было. И за посылку я заплачу, и все. Потому что у вас там было с избытком послано. Это искушение. Ну, мы понимаем, что Господь допускает для чего-то. Может, для того, чтобы мы более близкие были. Вот, это, а это как кто-то пытался, кто-то, может быть, нечистая сила, разделить. Ну, как сказать, я найду или не найду квитанцию-то еще, как раз перед отъездом тут все, куча валилась. Вот так. Вот теперь у меня одна забота, чтобы у вас подозрений не было, что мы тут смухлевали, как говорится. Только на почту было подозрение. Мы старались, видите как, от нас никак не зависело, совершенно никак. Мы отправили, и она вернулась. Мне была неприятность, я туда-сюда мотался, почтовое отделение, центральное отделение, потом на свое, и кое-как оторвал их. Я уже отказывался, да разрешите, я вам раздам книги и уйду. А они никак, ну, пришлось раскошелиться. А для меня это, ну, ни к чему. Если ничего нет, то мы прощаемся. Спасибо вам огромное. Так, молитесь. Ну, когда получите, тогда уже у нас более открыто будет. У меня было такое. Ну, раз книги рассылаем, а это у меня примерно 1/10. 9/10 изданных книг, это бесплатно идут на библиотеке. Вот. И в Америке один получил
а он решил пересчет сделать на инфляцию. Я говорю, а при чем тут инфляция-то? Инфляция здесь никакой роли не играет. У меня определенно полный комплект 750 евро. Ну, сколько стоит на книге его. А ему показалось много, и он ни слова не говоря, гальнул их мне обратно книги. Я получил, предупредил его, больше никогда этого не делать. За свой счет снова ему все послал. Кто так скажет, разыгралась молодежь. Ну и все, и он больше ничего не сказал. Я ему еще книгу туда добавил. Раз ты, у тебя ничего нет, значит, мой расход. Ну, потому что мы двое. Он готовое не взял, а мне пришлось теперь заново все это в Америку. Сакраменто, это деньги большие берут. А стоимость издания книг повысилась в зависимости от инфляции. Если я даю сейчас вот это, допустим, 2700 Новый Завет, то мне никогда сегодня не издать. Только, может быть, два тома могу издать. Это абсолютно невозможно. У меня на сайте стоят книги, готовые к изданию. Я не издал 7 книг в интернетной версии. Это мои стихотворения. 3467 стихотворений, 9 куплеточных. Это по 800 страниц, 4 тома. Я все сверстал, ну, а издавать нечего, в интернет выставил. Это да, вообрази. Каждая строчка занята, у каждого стихотворения эпиграф из Библии взятый. Кажется, по 180 полных страниц фотографий приготовлено было. Ну, вот сейчас у меня в этом... В моем мире, я сейчас могу даже, чтобы не ошибиться, сказать... Вот, минуточку, что у меня тут получается в моем мире. Так, 16 984 фотографии. Представь, сколько мы приехали, у нас шикарно там была свадьба, крещение, со всей страны приезжали. Ну, очень интересно, и поэтому приехал фотограф с какой-то географического общества, там хорошие снимки. И вот мой рум, мой мир, если вы войдете, вы это можете все это увидеть. Так, я спрошу вас, сразу не спросил. Мы все снимаем, выставляем в интернет. Мне этот ролик полезен. Вы не против? Ничего нет. То есть мы говорим о наших рабочих делах, о неприятностях, и люди будут видеть, как это все глушится и как выправляется. Выправляется. Потому что вы нигде не воспротивились, ничего. У нас, видите, как гладко разговор прошел. Вы меня успокоили, что вы, ваше сердце не смущенное. Мы абсолютно невиновны никаким образом. А с почтой тут я в понедельник пойду уже разбираться. Мы отошлем. Это само собой, а поэтому я попытаюсь найти. Володя, я тебе сейчас подам все чеки, ты их перемолоти. Ну все на этом. Хорошо, до свидания, спасибо. Отключайтесь. Спаси Христос вас. Долго молчал, мне до того неудобно было. Надо же, окаянные вернули. Была бы моя вина хоть какая, а я переживаю за них. Так, даю. Здесь я. Ну, в жизни все бывает. Это если бы я ничего не делал, ничего бы и не было. А раз мы работаем, поэтому обязательно кто-то где-то как-то. Володя, и на вот все квитки. Ты вот сюда посмотри, целая пачка. Держи. Возьми. Чего не отвечаешь? Потом ты ко мне вот сюда зайди и посмотри. Надо найти. Виновных. Я так не оставлю это дело. Теперь уже явно. Я подумал, что ты ошибся с адресом. Так. Ну все это на этом. Вот здесь вот, Володя, гляди. На низу у меня там квитки, я могу не найти их. А вот это что написано у вас? Бушуя. Нашел? Вот это бушуя. О, так, минутку. Они еще не отключились. Не отключились? Да, он. А, вот как. Так, подождите, обыкновенная посылка, откуда, Барнаул, вес, за возврат. А, за возврат, они взяли с меня 216 рублей. Вот она, сейчас я покажу вам. Видите, я даже написал, красным было написано. Нам надо причину найти, почему свернули. Видите, все отправлено, все как надо, за возврат.
Видно, нет? Да, вижу, вижу, вижу. Я медленно так покажу. Ну, теперь это просто так, это квиток. Нет, а там номер-то указывается же, да? Вы говорите, повыше, пониже? Да, 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 да. Наличный. Я тут расследовал еще... свое, кто отправлял, Володя отправлял. Пониже, пониже чуть-чуть. Пониже надо чуть. Пониже? Да, да. Да, она вроде только до Москвы дошла. Еще. Он говорит, она вроде до Москвы дошла только. Пониже, еще чуть-чуть пониже. Пониже. Ну возьми, Володя, возьми, у тебя лучше получится, давай. Видите, как нашли, главное. Что нашли-то, мы, я даже не думал, что я его так легко найду. Она к нам и не приходила, вот по этому чеку, судя, она только на Варшавке была в Москве. То есть она до Москвы дошла и вернулась? Да, до Москвы дошла и назад, они к нам ее даже не посылали. А, да, надо же. Вот она, Варшавское шоссе, Москва. И все, Барнаул, и ваш уже адрес. А нашего адреса нет вообще, Александрова-то. Она, видимо, в Москве полежала сколько-то времени и назад пришла к вам. Автоматом. Ну, помолимся, чтобы Господь это выправил, и сердце ваше возрадовалось. Что вы получили. Посмотрите, если что нужно. Вы можете даже, говорится, заснять. Да, сейчас я вот. Сниму. Держите. На почту. Спросим и на почту-то. Вот. Все, спасибо огромное. Все. Ну, видите, это наша реабилитация. Это алиби. Вот так. Она просто... Ну, все на этом. Все. С Богом, отключайтесь. До свидания. Все-таки нашли. Слава тебе, Господи. Слава Богу.